Привет, дорогие мои подписчики! Делюсь с вами очень хорошим рецептом вкусных чебуреков на заварном тесте. Этот рецепт у меня от мамы. Она всегда готовила такие чебуреки, и они действительно получаются вкусными и сочными. Итак, для самого теста нам необходимо на огонь поставить железную емкость, влить в нее 1 стакан воды, добавить 1 чайную ложку соли и 100 грамм сливочного масла. Когда вода закипит, всыпать 1 стакан муки и выключить огонь. Затем мы добавляем еще 1 стакан муки, все хорошо перемешиваем, замешиваем тесто и добавляем 1 куриное яйцо. Тесто получается очень мягким. Начинка у нас будет из куриного фарша. В куриный фарш я натерла лук, присолила и всыпала немножко молотого перца. Хорошо замесили мы тесто, формируем сами чебуреки. У меня специальная заготовка для чебуреков, чтобы быстрее их можно было сделать. Обжариваем в подсолнечном масле с обоих сторон до полной готовности. Вот такие чебуреки у нас получились. Очень вкусные, хорошо пахнут, прожаренные, мягенькие. Попробуйте приготовить такие чебуреки по моему рецепту. Приятного вам и вашим близким аппетита!